Битва за Лос-Сантос уже началась, и прямо сейчас у тебя есть 3 секунды для того, чтобы успеть поставить лайк под этим роликом, если ты будешь сражаться на стороне добра. Конвой продолжает продвижение по городу. Замечен противник, атакует наши отряды. Так, парни, быстро сворачиваем сюда. Вот, отлично. Поближе к упавшему вертолету. О, ребят, всем привет. С вами, как всегда, я Гост. И сегодня мы продолжаем сражаться за Лос-Сантос. Мой конвой практически полностью перебили. И прямо сейчас я дожидаюсь поддержки. Вот, кстати, она летит. Надеюсь, что парни смогут мне помочь. Эй, подберите меня. Я здесь нахожусь. Ох, ребят, походу сегодня будет достаточно сложная битва, но я думаю, что вместе с вами, с вашей помощью, я смогу выжить. Давайте, ребят, сделаем так. Если вы хотите увидеть следующую серию и хотите мне помочь справиться с противником и выиграть битву за Лос-Сантос, то прямо сейчас ставьте лайк под этим роликом. Это разлетелся наш самолет только что! Вот черт, и наш вертик, кстати. Да, ребят, ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал, не забывайте выступать в Семью Призраков, ну и само собой нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Так, там обстреливают наш вертолет, я слышу стрельбу где-то с этой стороны. Давайте попробуем сейчас выйти и маленько поохотиться на неприятеля. Вон я вижу одного, идет. Отлично, ребята, убиваем его. Все, хорошо. Он один был? Надеюсь, что да, не хочется мне опять столкнуться с огромной толпучкой врага. Так, не-не-не, выжил. Так, хорошо, добиваем. Так, и с этой стороны, погоди, там наши приехали? Наши приехали! О нет, походу не наши. Так, быстро мочим его, слети нафиг с пулемета. Так, давай, побежали. Походу, ребят, все-таки... О, здесь противник, спереди где-то. Да, слева ребята отстреливаются наши. Пригнали они сюда новые войска. Хорошо. Сейчас, может быть, даже переживем этот день. Еще один там. Вот так. Хорошо, где-то с этой стороны. Вот, все, ребята, мочим его. Отличненько. А наших что, раскидали уже, что ли? Че, блин? Да как так быстро-то? Че за фигня вообще? Наших просто уничтожают. Вон, все, наши приехали снова. Хорошо, ребят, я уже начал, честно говоря, переживать, что мы не справимся. Точка отбита, приступаем к следующей операции. Сейчас нам нужно уничтожить авиатехнику противника, которая как раз-таки патрулирует сейчас где-то в этой местности. Так, хорошо бы мне их заметить раньше, чем они заметят меня, потому что иначе могут просто прицепиться где-нибудь сзади другие самолеты и снести меня. Не хочется проигрывать эту битву. Так, вижу несколько. Погоди-ка. Так, это наши, ребят. Наших не сбиваем, если что. Давайте в эту сторону пролетим, посмотрим. Постоянно присылают новые патрули, но куда-то эти вертолеты деваются, я даже не знаю. Постоянно их сбивают. Буквально несколько минут, ребята, они могут патрулировать землю, но после этого все. Их полностью уничтожают, потому что противник... Вон противник там! Так, ребят, выкручиваем! Я, мне кажется, не успел, все. Все, там вертики стопудово снесли. Да капец, я же говорю, вы просто гляньте, все, их снесли! Че за бред вообще, и улетел! Как я должен был его ловить? У них очень хорошая авиатехника, ребят. Я не знаю, как с ней справиться. Вот. Так, а это противник, это уже противник. Хорошо, так, перестраиваемся. Там вертолет, ребята, видите, такие маленькие вертики? Это вертолеты противника. Их как раз-таки и нужно нам с вами сбивать. Здорово, получай нафиг, хорошо. Замечено еще несколько пташек. Чего вы тут летаете? Видимо, эту тройку мне и нужно было уничтожить. Так, здорово, парни, как у вас там дела? Я думаю, они уже понимают, к чему идет дело. Начали по мне стрелять. Так, вот я про это и говорю. Сейчас они сзади на меня сядут, ребята, и все, будет очень плохо. Так, перестраиваемся. Давай, полетел. Вот так, отлично. Первый готов. Так, второй. На тебе. Немножко не попал. Хорошо. Так, сейчас ничего страшного, ребят, перестроимся. Вот сюда и обратно меняем курс. Надеюсь, что с базы нам еще отправят подкрепление. А где он? Эй! Исчез просто. Пропал куда-то, ребят, с радаров. Не знаю, может, набрал высоту? Давай попробуем тоже подняться. Вот так, отлично. Поднимаемся и смотрю вниз. Я, может, его, кстати, даже подбил. Я же равно по нему поставил. Не-не-не, вот он появился. Хорошо, ребят. Все-таки надо было набирать высоту. И к нему. Вот так, отлично. Все, техника врага уничтожена. Надеюсь лишь на одно, парни, что этот день мы с вами переживем. Очередная атака, что ли? Что происходит такое? Давай выходим. Так, с какой стороны? Ага, понял. Пытаются, видимо, штурмовать военную базу, что ли? Так, чуваки, вы куда разбежались все? Походу, я остался один. Ладно, вызовем подкрепление, если что. Или наши пробежали уже вперед. Я слышу стрельбу где-то с этой стороны, 100%. Противник, ох, капец наш вертик. Хорошо, блин, вдарился. Да-да-да, они здесь. Чего, блин?
Очень много! Очень много! Вызываем поддержку! Давай сюда! Хорошо, хорошо! И еще давай вызовем всю поддержку еще, которая у нас есть, в принципе. И танки, и все остальные. Ух, черт. На самом деле, ребята, очень нравится этот режим битвы за Лос-Сантос, потому что здесь гигантское количество разных миссий. Сейчас я играю за парашютиста, и мы отправляемся на штурм, видимо, куда-то в сторону горы. Так, ладно, хорошо. Справа гора Чилиат, наш самолет улетает вперед. А мы, как воздушная поддержка, ребята, с вами выдвигаемся куда-то в эту область. Только понять пока что не могу, где там у нас выстрелы. Давай посмотрим с этой стороны. Вроде что-то здесь есть. Какие-то осколки как будто. Нет? Показалось, ребят, показалось. Хорошо, сворачиваем. Так, а где наш? Видимо, где-то прямо под нами. Да-да-да, стрельба с этой стороны. За горой. Сейчас будем их принимать. Давай пролетим сюда. Отлично. Где-то как будто в туннеле. Так, нет! Прямо под нами! Да-да-да-да-да, где-то здесь! Вот черт, да, вижу их, вижу на мосту. Хорошо. Так, главное сейчас не упасть, блин. Все, поднимаемся. А, моего уже расстреляли там. О, черт, я остался снова один, ребят. Так, они пытаются занять высоту. Не даем им это сделать. Блин, хп, ребята, очень мало. Битва безумно сложная. Последний. Последний остался. Нет, вот еще один. Все, теперь точно последний. Давай, дружище, вылазь. Я тебя уничтожаю, и все. Операция завершается. Хорошо. Вот сюда полез. Сам ко мне побежал. Пфф, вообще изи, ребята. Вот эта миссия была достаточно простой, если честно. Здесь, кстати, добавили еще огромное количество других интересных миссий. Здесь у нас есть и матчмейкинг, который мы с вами можем попробовать. Выбираем рандомную карту, а контроль зоны нам нужно будет произвести. И давайте поставим, в принципе, 2 минуты. Я думаю, будет неплохо. Так, хорошо. Начинаем. Стартуем. Все, отлично. Начинается загрузка миссии, ребят. И мы с вами оказываемся... Где мы оказываемся? Говорит то, что нам нужно сохранять зону для того, чтобы победить. Захватить ее и удерживать какое-то время. Эй! Куда? Куда ты меня скидываешь? О, нет, ребята, это какой-то баг у нас с вами произошел. Так, давай сюда. Отличненько. И зона у нас находится вот здесь. Я понял. Хорошо. У нас с вами есть оружие, причем оружия достаточно много. Давай-ка попробуем сейчас. Я не понимаю, что это противник или нет. Да, по-моему, противник. Получай нафиг. Хорошо. Все, захватываем зону. У противника уже 6 очков. А у нас с вами 3 минуты в распоряжении. Это не очень-то и много, если честно. Так, с этой стороны идет. Получай, блин! Вот так пушки вообще классные дали. Лови. Че, выжил, что ли? Куда, блин? Падай нафиг вниз. Вот так, отлично. Все, забираем точку себе. Отличненько, отличненько, все. Контролим. Где враг? Так, наши? Наши вроде, да. Так, с этой стороны идет противник, насколько я полагаю. Да-да-да-да-да, вот он! Лови, блин! Отличненько! Так, все, мы сравнялись! Ай, меня убивает! Просто ребята убивают, но точка захвачена, в принципе, не будем пускать их на территорию. Вот так, но мы должны находиться на точке, чтобы захватывать ее. А кто меня сейчас грохнул? Наши или нет? Нет, наши здесь. Все, хорошо. Противник захватывает обратно себе территорию, у них 7 поинтов уже. Что, блин? Как тут сражаться? Они вообще повсюду! Они меня просто мочат! Очень сложный режим, ребята. Очень сложный. Так, где ты? Кто-то стоит ведь там. Я это прям чувствую. Так, тихо. Да блин! Снова убивает! Капец! Это вообще жесть какая-то. Это невозможно, ребят, пройти. Куда ты все бежишь-то? Падай уже. Отлично. Так, здесь еще один грохнулся. Убиваем их. Сбрасываем с точки. Почему наши не захватывают? Противник прям бежит. Со спины просто взял, грохнул. Нифига себе, да откуда они? Просто убивают меня. Ну это, ребята, капец какой-то. Мы проигрываем точку прям с большим отрывом, честно говоря. И походу удержать ее не получится. Я не знаю, почему наши не помогают мне. Я лишь один захватываю территории и удерживаю их. Давай сюда. Вот так, отлично. Давай. Все хорошо. Давай упадем на землю и будем дефать тут. Да блин! Что это было? Просто ваншот! Просто, ребята, ваншот! Их тут несколько, прямо на точке! Так, одного сняли вроде. Все хорошо. Так, и с этой стороны тоже один есть. Куда ты, посмотри, побежал отступать. Так, нам главное занять точку. Да харе уже! Капец, они наглые! Прям не подпускает меня вообще ни с какой стороны. Они меняют позицию постоянно и делают что-то новое. Из-за этого очень сложно. Все, ребят, мы с вами проиграли. Ну что я могу сказать? На самом-то деле режимы очень сложные, и справиться с таким противником очень тяжело, ребят. Но в целом,
целом, это было очень круто. Я думаю, что нужно будет обязательно еще поиграть с этим режимом, потому что он очень интересный. Здесь добавляется каждый раз огромное количество новых спецопераций, в которых мы с вами можем участвовать. Поэтому, ребята, если вы захотите поскорее увидеть продолжение, не забудьте обязательно поставить лайкосик под этим роликом. Конечно же, подписаться на канал, чтобы вступить в семью призраков, и обязательно нажать на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Я желаю вам всем удачи, призраки, и до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока!